Всем привет. Настал день финала, похоже. Сегодня будем драться с Гейзенбергом. И я думаю, с Мирандой тоже мы сегодня зацепимся. Приятного просмотра. Заводим или что? Да, заводим, наверное. Сейчас будет мясо. Что ж, выбьем клин клином. Полимерный металл. Это я люблю. Так, удерживать, приготовить пушку, выстрелить, спасть, защита, пулемет. Ну, поехали, что ли? Нифига себе, не успел заехать уже, блин, подъем. Ну, я думаю, я с первого раза хрен его завалил. А там фиг его знает. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Как убить Гейзенберга? Как убить Миранду в этой серии, да? Держи, принес ставить. Понятно. Вот это да! Перезарядка. И... О, вот это да. На тебя, падла, где ты? Так. Ну, подла. Нам надо по красным частям этим частям, да, наверное, стрелять. Пошел вон, чепушила. Готов? Готов? Не, наверное. Добиваем нафиг. Теперь точно готов. Куда он уползает? Не надо злиться. Вау. Это да? Ой-ой-ой. На, бля. Конь. А тут уже меня скинули с пушки, да? С тачки с ними. Завод загорелся. Не, ребятки. Правильно все делаем. Нет!
Куда ты меня засасываешь, конь? Гейзенберг. Нет, нет, нет. Как стрелять по тебе? О, трактор мой полетел. Боевой трактор. Сейчас ты мне получишь, блядь. Давай, 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 давай. Я ему в рот или куда там не стрельну. О, да. Ну, не судьба тебе убить Миранду. Я ее сам завалю. Кристаллический Гейзенберг. Так, тут, наверное, сейчас будет рассказываться что-то. Альфа. Итан, я слышал взрывы. Что там у тебя? Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан. Роза? Итан! Итан, ответь! Ребенок. А, вот она. Мирандочка. Роза. Такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь. Как всегда. И что я заменила Мию? На чью? Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Мирандочка. Миранда. Да. Хватит. Ведьмочка какая. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет. Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна. Иди нахуй ты, сука! Мат на мате. Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но это из предыдущих частей. Плесень это, да? Это моя дочь, не твоя. В какую-то часть играл, но не помню, в какую. Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда, не прячься. И что, выйди, теперь ты сразись. Готова сдохнуть? Чего? Не бойся, Итан. Ты умрешь быстро. Не, и она симпатичная. Миранда. Сердце вырвало, неплохо. Я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Это что, все так закончится, что ли? Не понял. Фигня какая-то. Я столько ждала. Но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет? Вот такие пироги. Ну, естественно, продолжение сейчас будет. Мы же должны ее завалить. Только как? Без сердца. Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку. Я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой.
Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Наверное, за этого челика будем играть сейчас. Задание. Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказа. Тачка хорошенькая. Так писаней, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Точно за него будем играть, да. Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно. Да, есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Так. Вроде в прошлый раз пустыня была. Убить Миранду? А, ну все, получается, значит. Значит, получается, Итан правда мертв. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать. Так, а что это у меня такое? Гранатка. 6. Автоматик. Пистолетик. Давайте с пистолетиком пока. Ты свой или чужой? Свой. Значит, убивать не будем. Эй, посмотри на. Бисей. Далеко залезли. Внизу все очень. Пендели. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Серьезная охрана. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. Враждебное биооружие. Куда мне идти? Понял. Скопление враждебного биооружия. Лучше, чем мы думаем. Будьте начеку. То оружие лучше. Биооружие. Перезарядочка. А где патрончики подбирать случайно, не знаете? Этим похер и в ногу убивает. Понял. Заметил судно BSA. 2 охранника. О, круто. Осторожнее. Все забрали. Так. Это еще что за херня? Это все в домицелии. Значит, Миранда наверняка там. Вперед. Куда вперед? Сюда? О! И что? Вот туда, да? Хорошо. Куда ты меня в ловушку ведешь, да? Плесень, вероятно, распыляется разными частицами. Не снимайте глаза.
Вы что, охерели? Я надеюсь, вы сдохли. Это волколаки эти. Офигеть. Волколаки, волколаки. Как нам туда пробраться патрончиком? Наверное, потом туда зайдем, да? Я на позиции готовлю огневую поддержку. Придется чего-то ждать. Ясно. Ну. Это Тундра. Я оставила припасы Тундра. В одном из домов, капитан. Можешь забрать. Круто, круто, круто. Do not enter. Нет входа, да? И выхода. Так, так, мы тут были уже. Короче, ясно, нас тут ничего уже не ждет, кроме как Миранду надо валить. Так я понял. Ну, валить так валить. Угу. Задний ход. Очень интересно. Как мне пролезть? Подорвать? Не. Какие-то мощные оборотни попались. Фига себе, тех быстрее убил. Сероглазый, мне нужна помощь. Я тебя вижу. 200 до точки. Прям в грудь. Ты что, дурачок или что? Че ты на меня прешь? Даже не кричишь. Бесшумный оборотень какой-то. Так, без головы. Всадник, оборотень. Впервые вижу такую колонию лучшей цели. Оборотни без головы называются. Один. Ой. А тебя-то мы, чепушилка, не заметили. И зарядочка, ребятки. Это меня хочешь обойти и зарубить, да? Добил. Нафиг. Вот это да. Себе их. Натя. Хе-хе-хе. Так лучше, да? Давай с автоматом пройдемся. Да офигеть просто. Один убивается сразу, другие ни хрена. Прям в жопу.
Нашел кебаб. Нифига себе их там. Я не могу понять, почему я когда так вот прицелюсь, прицел уводит. Это, наверное, в настройках самонаводилка это. Хреново работающая. Так, у меня уже патроны надо. Автомат постреляем. Ой-ой-ой. А сзади-то оборотень у меня остался. Так, Лоба. Отмечаю цель. Держите, отметьте цель. Гранат. Ой, ракета сейчас нам надо. Да. Да-да. Отлично. Еще? Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рынок. Я их отстреляю. С автоматиком-то хорошо. Да теперь уж ты подожди. Блин, стой, козел! Стреляй нафиг! Давай! Перезарядка, мне идти зад, нет, никуда, назад. Шли вон. Сдох. Давай. Только не трогайте меня сейчас. Стойте. Круто. Раз хреначили. Пойдем. Не знаю. Было заметно, что лагануло игра или нет? Не знаю. Капитан, мигами целей под землей. Выдвигаюсь. Патрончиков. Ну-ну. А что это? Для чего это? Итак, знакомые все места. Карта у нас не работает. Куда я хоть вышел, блин? Оттуда. Куда-нибудь, в общем, бежим, да? Нашел спуск. Выдвигаюсь. Обыщите подземелье. Капитан, оп. Я сравнил плесень в деревне оп. С образцом из дома Бейкеров и... Я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда.
1118 патронов. Гранат 5. Пистолет 142. Что? Керамбит. Целеуказатель, лазерный целеуказатель. Так, инъектор. Это лекарство полностью лечит все раны, понял. То же самое. 4 инъектора у нас есть, да? Спасите Розу, убью Миранду. Целеуказатель лазерный. 5 у нас их. Патрончики. Хрена то, что сделаем. Ну все. Поехали. Прыг. Хорошая графика. О-о-о. Что тут нахрен знакомая там фигня вот эта вот сидит? А? Как его, блять? Урус? Нет. Забыл, короче. Альфа этот, блять, оборотень. Ладно. Давай уже, вставай. Вот это, блин. Железно, что ли? Нужна твоя помощь. Туда. Спину. Держись и жди меня. Очень мало места дали с ним для драки. Бегать можно. Давай, махай. Конь. Я наверху, босс. Хорошо, я подам сигнал указателям. Сколько можно? Убейте его. Давай. Мочи. Да, я угадал. Красавчики. Перезаряжаюсь. Офигеть. А, так ты готов. Двигаюсь дальше. Всем остальным не спускаться вниз. Большая кристальная булава. Так, ну, в принципе, все понятно. Пойдем. Раз такой серьезный. Альфа, не тот, что тот собрать, то с молотом. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Заплесневелая птичка. Я нашел его. Это что за херня? Мегамицелий. Ну что, махач? Или не? Наверное, да. Отряд, прием. Мегамицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Заряд Н-2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. А я думал, лучше с мегамицелем биться. Нет. Точно. Жду команд. Капитан, я вижу Миранду на месте церемонии. Бомбочка, вон она. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но
Так, понял. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Кому ему что не сказал? Ребятки, был бы у меня гранатомет, другое дело. Это все у Итана осталось. Гранатомет хорошо убивать Миранду было бы. Это лаборатория Миранды. Фига себе. Невероятная скорость регенерации. Любые раны заживают за секунды, а ногти мгновенно превращаются в когти. Быстрая регенерация также увеличена размер ее тела. Примечание. Из-за врожденного заболевания кровью пациентка должна регулярно питаться кровью и мясом людей, чтобы сохранить регенеративные свойства. Полагаю, при нарушении баланса регенерации возможна бесконтактная мутация, неподходящая оболочка для Евы. Прикольно. Бросаем. Что, книги будем читать? Взаимосвязь с Каду слабая. Функция мозга на удивление вялая. Каду серьезно изменила внутренние органы, превратив их в некое подобие рыбьих жабр и плавательного пузыря. Очередной пациент с аномальным делением клеток превращается в огромную рыбу вопреки своей воле. Слишком много дефектов. Неподходящее. А, ну это про всех боссов. Понятно. Это, наверное, про эту. Физическая аналитика отличает людей, может выделять сигнальное вещество и управлять растениями, зараженными мицелием. Кроме того, если человек вдохнул пыльцу определенного цветка, то она может вызывать у него галлюцинации. При этом она умственно отстала и поделила каду между куклами, чтобы управлять ими на расстоянии. Неподходящее. Понятно. И... Есть орган, генерирующий электрический ток, как у ската японской нарки. Эти органы связаны с нервной системой пациента. Занятого счет контролирует движение тока по всему телу и может управлять магнитными полями воздействия на металл. Чудесный экземпляр, но тоже не для Евы. Понятно. Что это за херня? Фоточки. Симпатично. Ясно. Понятно, опыты. Какие-то опыты, опыты, опыты. Нафиг. Прошу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием посетил вашу тихую деревушку, но вы очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умирающего на снегу. Я высоко ценю открытие, сделанное мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне. Ваши опыты вдохновили меня. Трансформация человека путем внедрения в него организма поистине гениальна. Понятно. Здесь. Здесь? Не может быть. Фигнятина, в общем. Да, но это нам вряд ли сейчас нужно. Вау. Да тут все очень серьезно. Каду. Хероборок. Управляют биооружием с помощью этого. Не убьешь, не разобьешь. Понятно. Нафиг. Опа. Руки наверх.
Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? Ничего не понял. Церемония. Пока не уходят, чего-то ждет. А, это украдено было, значит, с самого начала. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война во всем, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Что-то мне не верится, что это Мия. Место церемонии. Стой! Не бросай меня! Хотя... Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас! Мы переехали сюда, сделали все, как ты просил! Я не спорила, лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он... мертв. Я не спас его. Да, ему вырвали сердце. Идем. Надо увести тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный. Все повернутое, что ли, уже? Похоже, да. Кто? Кто особенный? А, сейчас, наверное, этим будем играть. Все ясно. Я без сердца жив сейчас буду. То есть не я, а Итан. Особенный. Что происходит? Понятно. Тут кто-то есть. Есть, это твои глюки. Как холодно. Ладно, идем куда-нибудь, да? Водичка течет. Как я сюда попал? Холодно. Идем, нет? Черт, мое тело. Чувак, тебе сердце вырвали. Ты такой дурак. Эвелина, ты... тоже здесь? Эвелина? Ты мертв. Мертв? То есть... Миранда... Она... Нет. Я должен спасти Розу. Нет. Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. О чем ты? Я же могу... Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают? Вспомни. Тоже мутант какой-то. Тебя убил. Ты умер там 3 года назад. Это невозможно. Бред. Ты не должен, по идее, тут расхаживать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Ну, так
Тогда кто же я? Я это сделал. Роза. Мия. Я... Дошло, ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью? Нет. Роза, я должен спасти... Дочь. Но ты уже мертв. Мертв. Я спасу свою дочь. Так. Что у нас тут? Еще одна загрузка. Везут куда-то. Очнулся, наконец. Где я? В моей повозке. Герцог. Продавец. Герцог. Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что явится Миран? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассвета. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда идем. Даже подъезжаю. Вот ты так все предвидишь, а? Это на вы совершенно уверен. Боюсь, что вы развали. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехал. Теперь я знаю, для чего нам револьвер с таким уроном. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Дай ему попродавать, купить на гранатомет. Может, есть там фугасники, выбора нет. Заряды. Так. Надо идти. Заберите Розу у Миранды. Чувачок, ты где? Эй! Это ваш последний шаг. Да-да. Я в курсе. Мы сейчас тебе... Тут толку уже нет. Ваше путешествие. Да что я, блядь? Не хотите шикануть напоследок? Синтез органики и механизмов. Так, чувствуется так. Дух. Снайперка, я не знаю, нужна она или нет. Вот так вот. Урончику 65 тысяч. Боезапас, перезарядка, темп, перезарядка. Перезарядочка нам нужна. Давайте еще. Проворнее, чем вам кажется. Темп стрельбы. Пойдет. Урончик 80 тысяч, не хватает.
Припасы. Так. Так, это что? Снайперка. Снайперка. Что это? Что это? Блин, я не знаю, нужна она снайперка. Я думаю, нужна. Гранатомет по-любому нужен, ни хера себе. Нужно. Бомбочки, хером. Амат, Виктория Кура. Припасы. Да, понимаю, почему. Пригодится. Что, у нас есть уже патроны, да, походу? Что-то еще. Да тут у меня. Ну ладно, чувачок. Хорошо, постараюсь. Я пошел? Давай. Пойдем на лошадь посмотрим. Что это за лошадь такая в этом? Какую тушу возить? Обычная лошадь. А куда идти вообще? Не пройдешь, не пройдешь. Куда? Пойдем сюда сходим. Тоже не пройдешь. Почему он так медленно идет? Сохранимся. А только сюда, больше некуда. Да, 7 патронов мало. Нифига тут не найдем. Ну что, Мирандочка? Я иду. Что за злышлепок? Вот, хорошо. Хоть бегать начал. Не вставай. Вы издеваетесь, что ли? Мне патроны беречь надо. Мне тут на каждом шагу у меня. Давай. Ну, чё? Прекрасная дочь. Иди ко мне. Бой. Это ты. О, я так по тебе скучала. Что?
Почему я теряю силы? Какая графика красивая, а? Роза! Офигеть. Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. О, да. Дай мне розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Харю прямо. Пусти! Ну-ка нафиг. Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Че? Вот это я да. Я свое заберу. Я исполню свою мечту. Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Кого тут бить? А, все, понял. Ты теперь она некрасивая. А не твоя. Лена. Лена. А-а-а, перезарядка. Стоять. Так. Дело плохо. Плохо дело, говорю. Настал твой час! Умри! Ты до мерцели вытащил меня из мучения отчаяния! Он даровал мне эту чудесную силу! Вот хорошо я тебе всёк, да? Не пускай мегамицелий поглотит тебя навеки! Хороший ствол. Где ты? Где ты? Пошло нафиг, чучело. Чёрта с два. Умри, умри, умри. Хрен возьмёшь. Я верну свою дочь. Не поймала? Стоп. Светошумовой нам нужен? Так. Так, мне надо спрятаться, да? Чпокнуть может тебя. А почему не стреляет светошумовым или что, блядь? Я не понял. Светошумовой заряд. Снаряд гранатомет создает вспышку слепящего врага. Понял. Почему ты? Короче, нихера он не убивает. Это не самое. Зачем тебе Роза? Роза моя дочь. Больная ты тварь. Ой-ой-ой. Так. И тут вот он... А, все ясно. Где это? Это моя смерть! Так, не надо тебя...
отрезать или что с тобой делать? Все, что ли? Ребенок мой говорит, не а. Башку, бля. Ну, падла. Ну, на тебе еще. Собака драная. Всю морду расстрелял ей. Красиво, конечно, красиво. Ужастик тот еще. Ну вот и все. Вот она, Ева. Роза! Все хорошо. Вот это уже хреново. Все. Убил сам себя, получается. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись. Кто это еще? А, взрыв сейчас, наверное, будет. Ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, надо идти. Мега Мицелли разозлился. Сейчас он взорвется. Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт. Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива. Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Да куда он каменеет? Куда ему идти? Он вздыхает. Не бросай ее. Пусть он же, как девочка сказала, он же плесень. Сама плесень. Чтоб тебя! Прощай, моя девочка. Итан. Да иди ты стоишь тоже. Жалко Итана, конечно, молодец. Мочи. Бум. Роза. Вверх. Вер, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Скажи, что случилось? Где?
Кажется, какая там бомбочка торчала, блядь, в этом мегамицелии. Рванула как ядерная бомба. Что это? Сказал же тебе сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Да, что бы ты сделал? Взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Еще один матон. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Ну, через сколько продолжения ждать? Продолжение следует. Resident Evil 9. Ну вот и закончилось прохождение. Скажу, что игра хорошая, мне понравилось, интересно, загадочки, головоломочки, оружие разное, графика, все на высоте. Ну, это мое мнение личное, конечно, на любителя. И ребенку моему тоже понравилось. И маме, да, понравилось. Так что вот так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да, и буду уже после этого финала, буду уже записывать Суккуба игру. Всем удачи. Ты даров взяла с полуна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды. Как думаешь, мальчик сможет коснуться луны? Коснуться луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, луна не похожа на рыбу. Мне кажется, что очень похоже. Хотя...
Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелин. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.